Сотни культурных учреждений по всей России стали участниками ежегодной акции «Ночь музеев». Галерея Горшина в Химках не стала исключением. В этом году зрители порадовали необычным перформансом – экскурсией в темноте. Картины, которые будут подсвечены, и это создает эффект полного погружения в полотно, открывает абсолютно новые ощущения, восприятие картин. Необычная акция в Химках прошла в рамках программы «Культура малой родины» партии «Единая Россия».